По делу об отравлении семьи газом в Саратове предъявлено обвинение. Напомню, в апреле текущего года в пятиэтажке по улице Ароновой погибли, задохнувшись угарным газом, трое взрослых и трехлетний ребенок. Следователи выяснили, что в доме был засорен дымоход. С декабря 2014 года дом номер 8 по улице Ароновой обслуживала управляющая компания «Гольфстрим». Но, по версии следователей, не делала этого в должной мере. В итоге из-за неисправного дымохода в квартире скопился угарный газ от работающего газового оборудования, что и стало причиной смертельного отравления. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. 9 ноября был взят под стражу директор управляющей компании «Гольфстрим». Гражданин 1978 года рождения ранее правонарушений не совершал. Ему предъявлено обвинение. Следствие полагает, что он не должным образом оказывал услуги, в результате которых наступила смерть 4 человек. С жильцов, да, ежемесячно собиралась плата за содержание и ремонт общего имущества, однако, как установлено расследованием, дымоходы не очищались, соответственно, услуги ненадлежащим образом оказывались. Если вина директора управляющей компании в гибели людей будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что такая же трагедия недавно произошла в Северной Осетии. Руководителя УК признали виновным в гибели трех человек и осудили на 4 года исправительной колонии общего режима.